Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Фанни Брейд «Именины». 1902 год, холст Масловый, 80/110. Шведская художница Фанни Брейд получила широкую известность благодаря картинам с изображением уютных интерьеров. Их часто воспроизводят в качестве открыток и на различные рекламные продукции. В 1885 году художница получила стипендию от Королевской академии изящных искусств, в которой обучалась, и смогла совершить поездку в Париж для совершенствования мастерства. На полотне «Именины» зритель видит просторную комнату, за окнами, сквозь которой льется солнечный свет, сельский пейзаж. В центре помещения большой круглый стол, застеленный белой скатертью. Две девочки накрывают его к празднику. Уже стоит ваза с полевыми цветами и чашки. Старшая несет к чаепитию тарелку со сладкой выпечкой. Ее сестра аккуратно раскладывает листочки по краю стола, украшая его. Светлый колорит картины создан на сопоставлении различных оттенков белого и голубого. Немногочисленные яркие акценты синего, зеленого, охры и черного позволяют мастеру внести в произведение радостное, приподнятое настроение, передать ощущение и предвкушение праздника. Ну вот такое описание картины Фанни Брейд «Именины» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.